За год прокуроры рассмотрели порядка 5 миллионов обращений граждан. В том числе удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму более чем 26 миллиардов рублей. Такие данные привел сегодня Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, которое состоялось в Москве. Президент подчеркнул, нужно и впредь добиваться, чтобы законы неукоснительно и единообразно исполнялись на территории всей страны. Особое внимание глава государства поручил обратить на то, как будут расходоваться средства, выделяемые на нацпроекты. Началась реализация национальных проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. На эти программы направляются значительные, если не сказать, беспрецедентно большие ресурсы. И они должны быть израсходованы адресно, рационально, приносить результат, ожидаемый результат общества. Прошу в рамках вашей компетенции тщательно за этим следить. Не менее важно содействовать формированию нормативной базы национальных проектов. Кроме того, вы знаете, что за предстоящие 2 года через детальную ревизию должны пройти все акты в сфере надзора и контроля. От архаизмов, от всего, что тормозит наше развитие, нужно самым решительным образом избавляться. Но делать нужно, безусловно, это в высшей степени аккуратно. Мы понимаем, сколько здесь рисков. Нужно быть очень внимательными при принятии определенных решений. Отдельно президент остановился на защите прав предпринимателей. По словам Владимира Путина, те ограничения, с которыми наша страна сталкивается вовне, необходимо компенсировать улучшением качества работы внутри. И это вполне можно сделать, подчеркнул глава государства.